Никого отдыхающих нет у нас. Хотя на берегу людей много, но, по-видимому, местные. Ну, а вообще даже вот и не звонят, если по-честному. У меня там договор есть с девочками насчет отдыхающих, но никто даже. В этом году ни один человек не позвонил. И у нас весь город живет на этом, на отдыхающих. И всегда это было. Хотели отремонтировать. У нас там домик, конечно, старенький. И это самое, хотели вот фундамент немножко его подремонтировать и подкрепить чуть-чуть. Но вот сейчас приходится ущемлять себя, ущемлять свои бюджеты, чтобы поменьше покушать. Да, посмотри, это самый первый холодильник. Люди без денег остались, люди не могут покупать, товар пропадает, сроки проходят у каждого товара. И прошли, сколько списания было. Пенсионеры вообще не получают пенсию. Бедные приходят со слезами на глазах. Дай хлебушек, вдох, подай с пенсии. Эта пенсия когда будет, неизвестно. Людей из-за коронавируса стало намного меньше. У нас все цены такие же, какие были. Но если уже на товар повышена цена, то и нам, конечно, приходится. А так нет, постараемся. Мы чужим, как бы говорится, как горем, мы не пользуемся таким вообще. Я имею такую маленькую гостиницу, всего 3 номера с удобствами, но и 2 без удобств. Знаете, ко мне ездят люди постоянные, которые не хотят менять. Я не смог получить кредита, ничего. И вот мне пришлось 11 лет экономить, потихонечку делать вот такие номера, которые уже я на этот год рассчитывал совершенно по-другому. Но... И вот на июнь запланированный. Не приехали. Вот у меня будет опасение, что если массово все приедут, мне придется, наверное, как-то так или отказаться. И сразу возникает вопрос, где тот доход, который я ожидаю. И сами понимаете, все, что я зарабатываю, я вкладываю, строю, облагораживаю домик. Ну и на обучение внуков, сами понимаете, лишних денег не бывает. У меня была надежда, что я строительство не прекращу, потому что каждое лето жду какие-то денежки. Я имею опасения, что я в этом году из-за коронавируса, если граница не будет открыта, конечно, мы понесем определенный ущерб материальный. Ну, конечно, мы зависимы от российско-абхазской границы, в основном откуда идет поток. Вот у нас соседи, они пока не рискуют открываться, рядышком тоже никого, поэтому мы такие в этом году первые взяли на себя ответственность и немного хотим разбавить атмосферу, которая накопилась за последнее время, чтобы местные жители как-то чуть-чуть отвлеклись и отдохнули. Но мы, конечно, в основном рассчитываем на местных в данный момент, но, как и все остальные, надеемся на то, что все это обернется немножко и туристы начнут приезжать. Мы готовы. Мы не опускаем руки, мы будем ждать окончания карантина.